Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на строительной площадке, где полным ходом идет строительство ПКТБ «Совалмаш». С вами, как всегда, Александр Сударев, и сегодня идет 28-й день монтажа. Собственно, последний наш видеоролик, который мы снимали в пятницу, и он являлся 25-м днем монтажа, получил очень хорошие комментарии и интересы, был вами воспринят в целом положительно. Видеоролик был выполнен в формате некой видеоэкскурсии, поэтому мы решили продолжить эту традицию и снять вам ее продолжение. Собственно, прошло всего 2 дня, но характер работ на строительной площадке претерпел некоторые изменения и появилось то, чего вы ранее не видели. Поэтому давайте поэтапно будем разбираться с тем, что, возможно, уже было и продолжается, ну и с тем, что появилось новенького. Сейчас за моей спиной вы видите начало возведения лестничных маршей. Собственно, производятся арматурные работы, бетонные работы, и уже в ближайшее время они станут выглядеть несколько иначе. Но помимо данного лестничного марша есть еще и другие, к которым мы подойдем чуть позже и продемонстрируем, какие работы ведутся с ними. Многие из вас уже видели бетонные основания, куда устанавливаются металлические балки. Здесь вы наблюдаете 4 анкерных соединения, которые выставлены очень точно, и это обеспечивает правильное положение металлоконструкции. Для того, чтобы добиться данного эффекта, необходимо выполнить подготовительные работы. Пойдемте продемонстрирую, как это работает. Сейчас мы с вами наблюдаем установленный кондуктор, с помощью которого происходит выравнивание анкерных соединений. Мы видим с вами опалубку, благодаря которой идет заливка бетона, и вот это металлическое сооружение, так называемый кондуктор. Он также вкручивается анкерными болтами в бетонное основание, и тем самым придается правильный угол наклона. Собственно, так это и происходит. Пойдемте дальше. Обратите внимание, что довольно большое количество песка находится под нашими ногами, и уровень всей строительной площадки продолжает расти. Производятся работы по обратной отсыпке. Лифтовые шахты. И самое интересное, что мы сейчас с вами сможем наблюдать, это то, как производится работа с лестничными маршами. Видите, изобилие опалубки, которая была установлена ранее, для того, чтобы она необходима для того, чтобы выполнить бетонные работы и произвести отливку. Но что нового из того, что вы не видели? Данная часть будет граничить с улицей. Фактически здесь будет вход, это дверь. А этой же части вы можете наблюдать окно. Здесь будет уже улица. Здесь сотрудники смогут проходить и сразу же подниматься в то место, в которое, собственно, им необходимо. Пойдемте дальше. На строительной площадке работает техника, поэтому надо соблюдать правила техники безопасности, и тогда все будет у вас хорошо. Давайте вот здесь немножко остановимся и посмотрим наверх. Если обратить внимание, то видно, что на металлоконструкциях появился кант, который необходим для того, чтобы произвести формирование перекрытий. В частности, для этого выполнен сам кант и начата укладка профильных листов. После того, как эта процедура будет выполнена, будет произведена заливка бетоном, и у нас уже появится пол под ногами, который позволит строителям перемещаться и выполнять свои дальнейшие работы. Обратите внимание, что кант выполнен практически по всему периметру. И это действительно новый вид работы, которого ранее мы вам еще не демонстрировали. Если мы с вами поднимем камеру еще выше и посмотрим на крышу, а точнее ее отсутствие, то здесь мы с вами можем наблюдать необходимые элементы кровли, которые впоследствии будут превращаться в саму крышу. Пойдемте дальше. Сейчас мы с вами зашли в одноэтажную пристройку. Здесь уже, я думаю, многие из вас наблюдали, частично выполнены, установлены плиты цокольного этажа. Что нового добавилось? Если мы с вами посмотрим в эту сторону, то мы опять же увидим кант. И выше
Наверное, отсюда будет не очень хорошо видно, но мы попросим ребят снять это с другой стороны. Устанавливаются элементы, на которые будет крепиться облицовка здания. Процесс пошел. Скоро здание будет приобретать законченный вид. Продолжаются работы по возведению лестничных маршев. Ну а здесь открывается прекрасный вид пандусной группы. Здесь будет осуществляться заезд для разгрузки и погрузки грузовых автомобилей с оборудованием, материалами и так далее. По правую руку от меня вы можете наблюдать огромное количество металлоконструкций, которые еще ждут своей установки, но я думаю, что она не за горами. Пройдемте дальше. По большому счету строительные работы сейчас состоят из арматурных работ, бетонных работ, монтажных и так далее. В принципе, глобально чего-то нового сейчас не происходит. Происходит некий рутинный процесс, который необходимо довести до конца. Ну а окончанием данного процесса будет формирование каркаса коробки здания. Дальше уже пойдет активная фаза облицовочных работ и так далее. Вот, в частности, из нового, да, добавляется, как я уже сказал, заливка бетонных перекрытий. Поэтому в ближайшее время мы с вами сможем наблюдать, как выполняется рост здания. Ну и, кстати, давайте мы зайдем еще к металлоконструкциям и поговорим о выставлении соосности металлокаркаса. В комментариях обеспокоены вопросом выставления соосности и юстировки металлоконструкций. Так вот, собственно, давайте сразу же поговорим о том, как это работает и что происходит. У меня в руках находится высокопрочный болт, который имеет контролируемую затяжку. Собственно, здесь мы с вами видим металлоконструкции. В частности, это боковые распорки, связи и так далее. То есть данная металлоконструкция обеспечивает жесткость всего каркаса. И при, ну, соответственно, здесь имеются отверстия, которые калиброваны. При помещении в нее болта есть небольшой люфт. Благодаря этому люфту производится финальное юстирование. Как это работает? Металлоконструкция собирается, затягивается, но затягивается не полностью, не так, как это положено в нормативе. После того, как определенная часть металлоконструкции собрана, проверяется с помощью геодезии соосность, ловятся миллиметры, буквально 3 мм, 2 мм, и производится фиксация, выставление правильных углов, и после чего финальная контролируемая затяжка. В принципе, после этого конструкция стоит идеально ровно. Я думаю, что тем из вас, кто сталкивался со сборкой обычного стеллажа из металлопрофиля, не нужно объяснять долго о том, как это работает. Фактически детали уже изначально подогнаны друг к другу, и о больших каких-то люфтах и зазорах речи быть не может. Почему? Потому что иначе детали просто не смогут быть собраны. Здесь ловятся именно миллиметры. Поэтому я думаю, что данный ответ является исчерпывающим. Пойдемте дальше. Давайте обратим наше внимание на плиты цокольного этажа. Как вы можете наблюдать, плиты довольно внушительных размеров. Соответственно, они имеют внушительный вес. И для того, чтобы их установить, нужно соблюдать определенные технологические нормы и правила. Ну, давайте с вами посмотрим, как это работает. Особо внимательные из вас, те, кто смотрели наши предыдущие видеоролики, могли наблюдать, что в данной области бетонные блоки, которые были установлены здесь, они, ну вот по этому блоку еще можно заметить этот процесс, они довольно высоко выходили, так сказать, из отметки земли. А в данный момент произведена их обратная засыпка, они уже находятся на одном уровне с песком, и как раз на эти блоки будет устанавливаться плиты цокольного этажа для того, чтобы обеспечить такую прочность конструкции. Все это тоже закроется плитами. Что еще, кстати, характерно по поводу облицовочных работ, вы можете наблюдать профиль для облицовки. С этой стороны он выглядит более масштабно. Установили большее количество профилей. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы с вами сможем порадоваться и этим процессом. Это будет уже совершенно другая картинка, совершенно другое зрелище. И на самом деле работ предстоит выполнить еще огромное количество. Здесь в
ходе рассказа даже не знаешь, за что браться. Потому что, с одной стороны, это рутинные работы, которые изо дня в день повторяются одно и то же. А с другой стороны, какие-то нюансы и тонкости, они настолько важны, что говорить об этом можно довольно долго. Поэтому обязательно следите за нашим каналом, за официальными социальными сетями. Там мы будем вас радовать информацией о ходе строительных работ. Ну и всем вам желаю успехов, хорошего дня, отличного настроения. Ну и, конечно же, успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч!